Я читаю книгу «Откровение» святого Иоанна Богослова, глава 1. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав его через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и увидит его всякий глаз, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в руке своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей.